Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, улица Просвещения. Давайте смотреть новинки вместе. Смотрите, какая у нас есть новинка. Точилка механическая, высокого качества. Кстати, очень-очень хорошая начинка. Точилка. Контейнер для стружки. 8 мм для стандартных карандашей. И антискользящие покрытия. Сама как мясорубочка сделана. Два режима заточки карандашей. Острый и плоский. Если стержень застрял внутри, нажмите на красную кнопочку. Поверните кнопку, чтобы изменить режим заточки карандаша. 8 мм. И смотрите, они разные. Есть красненькие, синенькие. И, наверное, еще даже какие-то есть. А за 199. Смотрите, какие подставки под карандаши. Открывается, как космонавт. Состав полипропилен и полистирол за 149 рублей. Прикольно. Для ручек и карандашей. И имеется несколько цветов. С мордахами. Привезли силиконовые папки для документов. Смотрите, какие трактора. С ручкой, лаковая ручка, а здесь замочек, тоже лаковая планка. Посмотрим, какие есть. Смотрите, вот сафари. Ну, яркие есть даже. Вот. Зайчик, попрыгайчик. А здесь, смотрите, серебристая ручка и планка. И такой в пастельных тонах. Нежный-нежный рисунок, не яркий. Пингвины. Зайчики. Непонятные. Подсолнухи. А здесь синенькие планки и ручки. А у кролика, видите, мятного цвета. За 99 рублей. Интересные пеналы. Объемный пенал. Очень яркий, с кошечкой. И вот так сделан внутри. Есть сеточка, кладыш за 199. Все ничего, но очень объемные, конечно. Я не знаю, как у вас, у нас внучка еле-еле поднимает свой рюкзак. Ничего туда не впихнуть. И очень-очень много и тяжелый. Вы просите меня показывать книги. Сильно на книгах я не буду заострять внимание. Потому что если их показывать, это значит целое видео нужно снять. Смотрите, за 149 плюс 18. Шоколотта. Цена свободы. Дума и богатей. Счастливая Элис Сиболт. Никто об этом не знает. Тоже по 149. Это вот новинки. Мы живые. Чайник заварочный. За 199 рублей. Смотрите, как он красиво выглядит. Как будто вязаный. Здесь имеется, смотрите, небольшой такой, как нарост. И если будешь наливать заварку, то он не даст слететь крышки. И цвета у чайников разные. Изготовлены из керамики. 700 мл. 199 рублей. Керамический чайник отлично подойдет для заваривания черного, зеленого и цветочного чая. Сохраняет все витамины и ферменты, содержащиеся в чайных листочках. А еще привезли вот такие сейчас пиалы, по-моему, или салатники. Пиала бульонная, изготовленная из керамики. Такие же, как чайничек. Также есть розовые.
за 77 рублей. Как будто бы вязаные. Так, а это что у нас такое? Это корзина для хлеба. Здесь работает холодильник и не дает разговаривать. Так что если будет громко, то это холодильник. Имеет сеточку такую металлическую. И сверху одевается чехол на кнопочках. Можно постирать. За 199 рублей. Овальной формы. Классная. Так. А это прямоугольная хлебница. За 199 тоже. И вот здесь вот как плащевка. Скребется даже. И также есть прямоугольные и овальные вот такие. Вот эти овальные лучше. Терочки за 77 рублей. Кварц. Сделано в России. Смотрите, какие яркие ручки. Четырехсторонние. И вот желтые, оранжевые и зеленые. А это у нас держатель для чашек за 99 рублей. Только надо сообразить, как это все повесить. Это вставляется куда-то. Вот так вставляется в шкафчик. Допустим, я так понимаю, в шкафчик под дверку. Это эконом-вариант, наверное. Да, так оно и есть. Вот вставляется. Состав углеродистая сталь. Опять новинка. Подушка на ремень безопасности обеспечит комфорт во время поездки. И как она обеспечит? Непонятно. За 199 рублей. Изготовлена из хлопка. Напишите, как она, кто знает. Это, наверное, это когда столкновение, что ли, она обеспечит. Что-то я не пойму. Я такое ни разу не видела еще. Такой бананчик. В двух цветах у нас. Вафли мягкие с суфле. И с черникой за 27,50 180 граммов. А также печенье сахарное. Идеально к чаю. Классическое. 300 грамм 25,50. Вкусное общение. Хрустящее изделие с начинкой. Семейная упаковка. Со вкусом шоколада. Даже не пойму, что это за штучки такие. Изделия фигурные со вкусом шоколада. И состав. 300 граммов 55 рублей. А это ведьба. Подушечки с какао. Хрустящие. Хрустящий перекус с мягкой начинкой. Без обжарки в масле с клетчаткой. Рис, пшеница и овес. 27,50 130 граммов. А это солнечные россыпи со вкусом лимона. Дрожжи с витаминами. Желтенькие. 200 граммов. 27,50. Конфеты не глазированные. Стерео. Мягкая карамель. Молочная начинка с шоколадными шариками. Вот такие конфеты. Стерео. 250 грамм. 55 рублей. Это конфеты Малибу, ликерная коллекция со вкусом Малибу. 55 рублей, 200 граммов. А это Нескафе, 250 грамм, с молотой арабикой, богатый вкус и аромат. Это как были, по-моему, в Светофоре. Надо такой взять, за 199 рублей всего. А вот там я не помню. 300 грамм или 250 также. Опять хорошее, дешево. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.